есть вроде. Сейчас подождем, когда кто-нибудь подсоединится, чтобы мы проверили, что все в порядке. У нас сегодня какие-то, видимо, из-за жары проблемы с интернетом. Поэтому мы такой... Аномалии. Да, аномальные у нас сегодня условия. Вот. Но я думаю, что все в порядке. Жалко, что я не успел. Вот я следил за чатом. Вот. Много было комментариев. Я вот жалко не успел прочитать. Я так хотел прочитать. И я удивлен, как много у вас... Как много у вас детей. И перейдем. Вот я уже открыла. Так, теперь вы у меня подвисли. Так, а мы снова, кажется... О, висим. Все, развисли. Здесь мы тоже висим. Ну что такое? Так. Вроде по приборам все в порядке. Опять зависло. Друзья, мы сейчас попробуем наладить, чтобы все работало. Я надеюсь, что все получится. Поэтому далеко не уходите. Вроде отвисло. Угу. Так, да, постепенно все возвращается. Друзья, если вдруг у нас будет прерываться трансляция, мы ее по новой постараемся запустить, потому что сегодня... У нас есть небольшие сложности с интернетом, но я думаю, что все равно это не помешает нам провести наш урок. Вот. Еще хочу обратиться к нашим иностранным зрителям. My friends, today we have a lesson about how to vote for Dimash. Today we discuss Twitter and some other information. You can send us your questions in our live chat. We will try to answer in English. And welcome to our school for Dimash Dears. Олеся, я вот хотел сказать, что я поражен количеством ваших детей в чате. Тут, кажется, каждый второй пишет, что вы как мама. Ну да, мамуля, так и есть. Можно продолжать? Да, да. Я сейчас сделал... Хорошо. На весь, ну, побольше сделал саму... презентацию, поэтому презентация. Мы можем уже, да, переходить к презентации. Угу. Замечательно. Но я все-таки чуть-чуть шаг назад сделаю, потому что непонятно, на каком этапе мы оборвались. По поводу голосования в ТОП-МТВ. Стартует оно в понедельник в 18 по московскому времени. Стартует оно в Твиттере. Дальше к Твиттеру подключается Инстаграм и Гугл. Заканчивается голосование пятничным стримом в чате прямого эфира на канале МТВ в YouTube. С 0 часов до 3 часов по московскому времени. Так как стартует голосование в Твиттере, с него мы и начнем. Это основное и самое важное поле боя нашего. Самое горячее место голосования. Там у нас свои стратегии, которые дают хорошие результаты. Мы очень долго взвешивали, что же мы можем обнародовать. Нашли совсем немного. Нашли то, что мы можем дать начинающим, совершенно начинающим, возможность попасть в Твиттер, найти там нас и получить максимальную от нас поддержку и знания, собственно. Вот. Поэтому давайте начнем. Как зарегистрироваться, где взять Твиттер вообще и как в нем зарегистрироваться? Есть у нас приложение Play Market. Заходим в него, пишем русскими буковками прямо в поисковой строке Twitter. Нажимаем на значок, самый первый он, как правило, выходит. Нажимаем на него вот с голубой значок, с белой птичкой. Жмем кнопку «Установить», затем «Открыть». Здесь кнопочку «Зарегистрироваться». Вводим имя,
свое, ну, как угодно, можно с буквами, буквы с цифрами можно, можно просто имя. Здесь у нас просят номер телефона, либо вот в самом низу можно нажать «Использовать электронную почту» вместо номера телефона. Вводим имя, вводим электронную почту, ну, либо номер телефона, вводим дату рождения свою. Вот здесь мы ее выбираем и нажимаем кнопочку «Далее». Здесь мы подтверждаем, просто далее нажимаем и зарегистрироваться, что мы условия все прочитали, политику конфиденциальности и так далее. Зарегистрироваться нажали, вам отправляют код на почту, либо на номер телефона, код, который вы должны вот здесь в это поле ввести и подтвердить, нажать кнопочку «Далее». Затем вы придумываете пароль и нажимаете кнопочку «Далее». Затем нужно выбрать изображение вашего профиля. Это может быть ваша фотография, может быть натюрморт, может быть природа, птичка, собачка, что угодно. Может быть, это фотография вашего любимого артиста. Разместили, загрузили, нажали кнопочку «Далее». Здесь вас просят описать себя. Можете что-нибудь написать о себе, подтвердить «Далее», кнопочку нажав. Затем выходит вот такое диалоговое окно, подключите свою адресную книгу. Я не рекомендую этого делать, нажимайте «Не сейчас». Дальше мы попадаем к рекомендациям от Твиттера, к чтению. Я рекомендую вам не игнорировать рекомендации Твиттера, отвечать ему хотя бы отрицательно, положительно, но отвечать. Здесь можно пролистать вниз и посмотреть, и посмотреть, на кого мы можем там, что мы можем выбрать. Там есть радио, есть новостные каналы, что угодно. Ну, на один какой-то выберите, подпишитесь, нажмите «Далее». Дальше мы попадаем, надо выбрать языки, на которых вы общаетесь, которые вам будет удобно читать в ленте. Можно здесь выбрать сколько угодно языков. И дальше мы попадаем на главную страницу. Здесь будут все новости от ваших подписчиков проходить. Попадаем на главную страницу. Мне очень повезло. Мой подписчик ретвитнул твит Димаша. И нажав на его тег, вот это наш любимый тег, то есть ник нашего любимого артиста в Твиттере, мы его все знаем наизусть, нажав на него, мы попадаем к нему на страничку и можем подписаться. Подписаться и включить оповещение о всех его твитах, нажав вот эти две кнопочки. Вот мы их нажали, они стали вот такие, видите, читаемые, и колокольчик с птичкой. Дальше, чтобы найти нас, что для этого надо сделать? Вот здесь внизу такое увеличительное стекло. Нажимаем. Открывается вот такое окошечко. Вверху поисковая строка. Начинаем вводить тег, ну, либо нашего клуба, либо наставника тег. Вот здесь вводим и смотрим. Вот здесь вот списочек выпадает. Находим, нажимаем и попадаем на главную страницу этого аккаунта, который мы искали. Здесь мы можем подписаться, можем нажать на конвертик. Он у всех активный. Даже в неподписанном состоянии у наших наставников они активны. Нажимаем на конвертик, и это в личные сообщения мы попадаем. Мы можем там написать, поздороваться и попросить помощи. Мы всегда откликнемся. Дальше, чтобы вернуться, рассмотрим, как сделать простой твит. Опубликовать — это важно для нового аккаунта. Нажимаем вот эту стрелочку и возвращаемся в главное меню. Нажимаем на свой аватар, фотографию. Открывается вот такое окно. Здесь мы выбираем с вами профиль. Нажимаем, и открывается именно наша страница, где мы размещаем свои твиты, ответы, ретвиты. Все здесь будет отображаться. Чтобы опубликовать простой твит, на своей страничке в правом нижнем углу кнопочка с перышком. Нажимаем. Открывается вот такое окно. Здесь мы что-нибудь пишем. И потом я хочу добавить GIF. Вот этот значок обозначает фотография. Это с телефона мы можем добавить фотографию. А можем GIF. GIF здесь, коллекция в Твиттере довольно-таки большая. Вот этот значок нажимаем. И вот открывается коллекция Твиттера с GIF-ками. Вверху поисковая строка. Все GIF-ки разложены по, ну, по тематике. Вот мне надо что-то связанное с хорошим настроением. Я написала настроение, и вот здесь большой выбор именно все, что с настроением. Вот я тигренка выбрала, нажала, и он у меня в твит добавился. И нажимаем кнопку «Твитнуть». Все, наш твит опубликован, готов, размещен в нашем аккаунте. И все наши подписчики его видят и реагируют.
Дальше рассмотрим фразу запроса. Это самая главная фраза, которую мы используем в процессе голосования. Очень важна правильность ее написания. За главными буквами латинскими слово request. Дальше пробел один. Дальше тег Димаша. Очень важно, чтобы он был правильно написан. Одна буква неправильная, и это уже не тег Димаша, это уже чей-то другой тег. И все голоса, соответственно, уходят не за Димаша, а непонятно за кого. Поэтому внимательно. Должно быть без ошибок все написано. Дальше пробел и тег MTV. Три буквы, сложно ошибиться. После него снова один пробел. И дальше, собственно, хэштег сборщика наших голосов. Тоже очень важно, здесь ни одной ошибки, ни в одной букве не должно быть, потому что единственная ошибка, буква одна неправильна, и это уже не сборщик наших голосов, а совершенно другой хэштег, и все наши голоса будут уходить в трубу. Вот. Очень важно, чтобы эта фраза была правильно сформирована, правильно написана в каждом нашем твите. Дальше мы делаем заготовки с использованием этой фразы. Добавляем свой текст, добавляем смайлы, добавляем хэштеги. У нас их они разные, хэштеги, связанные с Димашем. Вот, делаем заготовочки, которые мы храним либо в текстовом каком-то, ну, в текстовых документах в телефоне, либо в чате со своим вторым номером в WhatsApp. Я это практикую. Вот, у меня со вторым своим номером чат в WhatsApp. Я там храню какую-то нужную мне информацию. Также заготовочки можно хранить в чате в Твиттере, тоже чат со своими дополнительными аккаунтами. Есть такое дело, очень удобно. Там можно хранить не только заготовки реквестов, но и какую-то еще информацию дополнительно. Эти заготовочки мы отсюда, когда начинается голосование, мы прям копируем отсюда. И потом вот там, вот, где я вам показывала, мы публикуем эти твиты, добавляем смайлы, меняем тексты, а основная масса хэштеги, фраза, запроса, она все время одна и та же идет. То есть мы копируем и работаем с одной этой заготовкой, просто меняя фразы, меняя смайлы. Очень удобно. В общем-то, ничего сложного. А все остальное, все подробности, все это уже мы с вами там на месте при встрече будем подробно разбирать. К сожалению, больше информации мы дать не можем. По понятным причинам я уже их озвучила. За нами смотрят, нас читают. И сейчас прямой эфир, конечно, обязательно будут смотреть. Вот. Дальше перейдем к... Надо, получается, нам сказать о том, что если у кого-то останутся вопросы, они могут задать их либо кураторам, контакты которых есть в описании, да. Либо также в конце нашего стрима мы оставим время для вопросов. Вот. Да. И эфир, конечно, вот этот вот будет сохранен. Ну и мы должны, получается, передать привет нашим конкурентам, которые сейчас смотрят нашу трансляцию. Привет, ребята! Вот. Дальше? Да, продолжаем. Идем дальше. Хорошо, продолжаем. Теперь у нас следующая площадка, которая стартует следом за Твиттером, это Инстаграм. Здесь все быстро, легко, ничего сложного, но все-таки следует остановиться, потому что часто путают, мне пишут один одно, другое другое. Поэтому давайте посмотрим, как же мы там голосуем. В Инстаграм. Как только MTV либо Кеван выкладывают пост об открытии голосования, мы этот момент отслеживаем. К сожалению, фиксированного времени нет, когда голосование стартует, поэтому мы это отслеживаем и быстренько разносим ссылку по группам, чтобы сразу же приступить к голосованию. Очень важно приступить к нему сразу, с первых минут. Так, когда... Пост опубликован, ну, здесь у меня в скринах это пост MTV, ну, то же самое с Киваном надо будет сделать. Под постом мы нажимаем, обязательно надо подписаться на MTV, на Кивана, обязательно. Здесь под постом мы нажимаем облачко, это вот видите, такая вот штучка, это облачко мы называем, мы на него нажимаем. И открывается вот, где мы можем комментарии писать. Здесь мы пишем тег Димаша в Инстаграм, он другой, он отличается от Твиттера, он не такой же. Начинаем вводить
его тег, и здесь вверху вот так будет выпадать списочек, в самом верху будет Димаш. Мы просто на него клацнем, и тег полностью здесь разместится. Его надо будет выделить и скопировать, ну, для удобства, чтобы голосовать. Все, мы когда его написали, нажимаем кнопочку «Опубликовать». Вот он публикуется, так вот выглядит в ленте. Дальше снова мы в комментариях вставляем тег, уже вставляем скопированный и публикуем. Пауза между отправкой сообщений должна быть 10 секунд. Тогда вы максимально много сможете отправить сообщений. Будет это выглядеть вот так у вас. То есть вы никого не будете видеть, кроме себя. И при этом другие участники, к сожалению, не видят вот эту вашу ленту огромную, патронтаж, потому что там очень большое количество участников, и ваши сообщения все равно рассеиваются в этой массе, потому что все энергично голосуют. Вот. 10 секунд промежуток между сообщением, и вы сможете максимально много сообщений отправить. Иногда можно через пробел добавлять смайлик. Там, ну, через 5-7 вот таких голосов вы можете добавлять смайлик. И снова потом без смайликов дальше продолжаете. Ну, штук 50 отправили, сделайте полчасика перерыв. Потом дальше. Сколько можете, дорогие, не надо прям костьми лег и все, тут сутки сидеть. Сколько у вас позволяет время, сколько у вас есть возможность, чтобы не было ущерба ни вам, ни семье, никому. То есть сколько вы можете себе позволить. Так, с Инстаграмом все. Теперь быстренько про Google форму. Тут совсем просто и легко. Ай. Google форма у нас стартует либо с Instagram одновременно, либо чуть позже. Вот так вот она выглядела, Google форма. Здесь всего три слова нам надо писать, латинские буквы строчные, имя, страна, и вот здесь в разделе «Другое» строчными латинскими буквами «Димаш». И кнопочка «Отправить». Очень удобно для пользователей Apple, они могут дальше голосовать просто обновлением страницы. Вот эту круглую кнопочку нажимаем и подтверждаем отправку формы повторно. Снова возвращаемся к этой кнопочке, нажимаем ее и снова повторно подтверждаем отправку формы повторно. И опять, и так далее. То есть с Apple удобно, что они могут, дорогие, голосовать вот таким образом, обновлением. Эти все голоса засчитываются. У кого Android, планшет и компьютер, к сожалению, не имеют такой возможности, и каждый раз нужно заполнять имя, страна и Димаш. Вот, как бы и все. И осталась у нас одна тема. Ну, если есть вопросы по этим трем предыдущим, может быть, стоит нам сейчас на вопросы, а потом мы перейдем к заключительной презентации на сегодня. Давайте, да, сделаем. Вот есть вопрос такой. Лариса ДЗ пишет. Угу. Ей бы хотелось заранее узнавать о всех голосованиях. Она спрашивает, как и где я могу это сделать. Приходите, Лариса. К нам в группу, у нас группа в WhatsApp, группа в Твиттере, мы всегда сразу очень быстро всю информацию предоставляем. Приходите и всегда будете в курсе всех свежих новостей, всех голосований, самых актуальных. Не стесняйтесь, просто напишите нам, позвоните нам, приходите, мы очень рады вам будем, каждому. Еще... Вот тут я вижу уже, что Ларису пригласили тоже вступить в клуб. Еще есть вот такой интересный комментарий. Марина Дику пишет. Этим летом некоторые счастливицы из Феникса впервые увидят друг друга и Димаша на новой волне и на Славянском базаре. Да, это так. Дорогие у нас собираются. К сожалению, я нет по состоянию здоровья, вот, но мечтаю, я надеюсь, что когда-нибудь попаду. А так, да, собираются девочки у нас все дружно, это так здорово, я очень так тепло и по-доброму белым таким пушистым, белой пушистой завистью завидую. Я вас понимаю. Тут, кстати, есть еще комментарий.
написали, а Ваня с таким серьезным лицом сидит. А я вот, потому что я, скорее всего, не поеду на концерты, вот на эти, к сожалению. Еще я вижу, что тут подсказывают, что можно сохранить эфир. Да, действительно, друзья, эфир останется в записи, можно будет его потом посмотреть, вы можете ссылку себе куда-нибудь записать, потому что трансляция останется доступной. Вот, и кстати, если вам, друзья, будет интересно, мы можем на регулярной основе делать такие уроки. Да, у меня было гораздо больше на сегодня презентаций, но так как по времени мы ограничены, мне пришлось половину придержать. Спрашивает еще, вот Алиса спрашивает, а Саша тоже не поедет? Саш, ты поедешь на новую волну? Я поеду, а с кем? С Фениксом, с дорогим Фениксом, Саша, мы вас приглашаем. И хоть я не еду, но девчонки будут очень рады. Да, только если Саша... будем составить и компанию. Только Саша сейчас не слышит, слышу я, но я ему обязательно передам. Вот. Передайте. Так, ну, есть вопрос еще. Вот, Олеся, покажите про тренды. Рандин пишет. Обязательно. Да, обязательно. А это я у нас оставила на закуску. Самая ключевая, да, на сегодня? Да, это очень важная тема, очень важная. Но это уже больше не для новичков, а для активных дерз, для активных фан-клубов. Я оставила поэтому эту тему на заключительный такой момент. Ну, отлично, на десерт. И если вопросов... Да, на десерт. Если вопросов больше нет, то можно перейти. Да, давайте перейдем. Я только скажу, что у нас уже 137 зрителей сейчас, вот, 136, и 73 лайка, поэтому я думаю, что, друзья, вам с нами интересно. И продолжаем, переходим к самой основной теме. И в конце мы еще оставим пару минут на то, чтобы на все вопросы ответить, друзья, поэтому задавайте вопросы. Поехали, да? Поехали, да. Да, поехали. Хорошо. Дорогие, что бы вы ни говорили, что бы вы ни думали, но Димашу нужна наша поддержка. Для того, чтобы участвовать в различных номинациях, премиях, попадать в чарты, ему необходима популярность. Популярность сейчас артиста в наше время измеряется количеством просмотров, количеством комментариев, лайков под видео на официальном канале YouTube. Артиста, на официальном канале артиста в YouTube, в количестве запросов, прослушиваний и приобретений его песен на самых важных для этого стриминговых площадках, таких как Spotify, Shazam, iTunes, Apple Music, Billboard и так далее. Очень важен выход в тренды, не только в региональные, но и в мировые. Я приготовила презентацию по трендам. В этой презентации я взяла за основу скрины одной из известных групп для того, чтобы вам наглядно показать, как слаженно и четко действуют поклонники других артистов, то, к чему мы стремимся, то, к чему мы хотим вас всех призвать, то, для чего мы хотим вас всех объединить наши усилия, чтобы мы с вами не каждый своим чем-то, да, направлением занимался. Понятно, что мы каждый занимаемся важным, мы каждый из нас делает важную работу, но в разрозненном виде она не настолько эффективна, насколько это необходимо. Если мы объединим наши усилия, то эффект будет гораздо значительным будет результат. Давайте посмотрим, как одна из известных групп все-таки это делает. Вот у нас группа подписчиков, как вы видите, практически как у Димаши, чуть-чуть больше, прям вот не намного. Все незначимые видео, которые выкладываются на их канале, они, ну, второстепенного значения, они, ну, немного совершенно просмотров у них у этих видео, но
официальное видео, официальный клип, он прям вот большое количество просмотров имеет, большое количество комментариев, лайков, прям огромное количество. Вот 9 марта вышел этот клип, вышел этот трек, и уже 9 марта, вот видите, внизу можно посмотреть, 9 марта в 13 часов в мировых трендах второе место занимал этот трек, в мировых трендах. Уже в тот же день, когда вышел этот клип, в тот же день первое место в трендах у себя на родине в iTunes по продаже трека. На следующий день 58 место в мировом тренде iTunes по продаже трека. На следующий же день 1 миллион просмотров на YouTube. 17 часов команда потратила фанатов, поклонников. 17 часов, 1 миллион просмотров. Дальше. Это уже у нас сутки. Прошли сутки. Второе место в тренде в YouTube. 12 марта, 3 дня прошло, 3 миллиона просмотров в YouTube. Через 5 дней 5 миллионов просмотров в YouTube. Видео. Вот этот официальный видеоклип. 5 миллионов просмотров. Дорогие, мы с вами сейчас миллион набираем за неделю. Вот ребята за 5 дней делают 5 миллионов просмотров. Ведь у нас 1 миллион 380 подписчиков на канале у Димаша. Один раз посмотреть клип. И за 5 минут можно больше миллиона набрать просмотров. То есть, посмотрев клип 2-3 раза, мы можем за один день его сделать. Ну, если бы все, да, дружно. Понятно, что это фантастика. Но если бы мы все это делали, не у реакционеров или у кого-то на каналах, а на официальном канале Димаш, то мы могли бы это тоже делать весьма успешно. Ну и как результат вот этой работы слаженной, этой команды, через 21 день, 30 числа у них... А, нет, не через 21 день. Через месяц, получается, у них номинация на Billboard, название лучшего артиста в социальных сетях. Пожалуйста. Очень эффективно ребята сработали, красиво. Вот то, к чему мы стремимся, то, чего мы хотим. Вот мировые тренды. Вот сюда мы хотим. Чего мы добились пока, в настоящее время? Вот по России, то, что нам удавалось вывести хэштеги и фразы ключевые. То есть вот на день рождения Димаша мы в России выходили 7, 8, 9, 10 и 16 места. Вот мы, когда выходила Аманат песня, вот Golden выводили. Вот наши 8, 9, 10 тоже. Это вот все по России. Вот на второе место мы тут выходили с хэштегом. Вот на первом месте у нас был клип наш по России. Вот это мы в Украине выходили в тренды. И вот это мы в Казахстане. Самое часто мы туда выходим, в Казахстане, в тренды. Вот и все. То есть мы только в трех регионах добиваемся результатов, а хотим в мировых добиваться результатов. Нам нужна поддержка всех наших клубов, всех наших дорогих. Давайте, давайте дружненько сделаем, сделаем очень красиво. Вот. Я также готовила презентации по YouTube, по Spotify и Shazam, но, увы, так как время ограничено, и поэтому выложим мы эти инструкции на канале Феникса в Ютубе. Вот, но хочу сказать, попросить вас, что это очень важно. Пожалуйста, сходите обязательно, посмотрите эти инструкции и воспользуйтесь этими стриминговыми площадками. Они крайне важны и крайне нужны. Вот. Так. И еще хотела сказать, что мы уже добились очень хороших результатов. Топ MTV тому подтверждение. Но пока этого недостаточно, к сожалению. Чтобы добиваться еще лучших результатов, нам всем дорогим не хватает организованности. Нам необходимо объединять наши усилия, действовать более слаженно, как единый организм, как единая команда. И тогда у нас обязательно все получится. У нас одна любовь, одна цель. И давайте следовать этой цели вместе, в таком едином порыве.
Пишите нам в WhatsApp, пишите в Twitter, приходите, не стесняйтесь. Не обязательно быть в нашей команде. Достаточно поддерживать просто общение, обмениваться информацией. Вот. Мы, конечно, иногда спим, иногда нас выдергивает реальность, и разность часовых поясов сказывается, но мы всегда отвечаем каждому. Вот. Саша, Ваня, вас тоже приглашаем. Спасибо. Присоединяйтесь к нашему клубу. Еще раз вам огромное спасибо за вашу поддержку, за предоставленное время. И если вы позволите, я бы хотела сказать напоследок несколько очень важных для меня слов своей команде и нашим фениксятам. Девчонки, вы невероятные, вы потрясающие, открытые, вы настолько внимательные, настолько отзывчивые, добрые, вы такие классные, вы такие веселые, совершенно замечательные. Спасибо вам огромное. Прям мне просто слов не хватает, чтобы выразить все чувства, все эмоции свои. Я люблю каждую из вас. Спасибо вам огромное. Вас услышали, кажется. На этом все. Да. Кажется, классный урок у нас получился, потому что уже 174 человека нас смотрят, 116 человек поставили значок, что им понравилось. Вот. Поражаюсь я вновь, что очень много у вас детей в чате сейчас снова появилось. Все отправляют огонь, сердечки. Друзья, не забывайте, что этот эфир можно будет посмотреть и позже, если вы вдруг что-то пропустили. Также, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их сейчас. И в описании к нашему сегодняшнему стриму будут контакты всех кураторов. Вы можете любому из них написать, и вам расскажут, как можно проголосовать. Такой вопрос был интересный. Вот мы видели, что в трендах по Казахстану Димаш очень хорошо выпадает. А вот как выйти в тренды по миру? Ну, для этого нужно участие дорогих из максимального количества стран. А как в клубах, на каких языках в клубах говорят и в каких странах уже есть команды? У нас две группы иностранных дорогих. Но их количество, конечно, недостаточно, чтобы они в своих странах выводили в тренды. Поэтому мы зовем все фан-клубы присоединяться к участию в этих процессах. Это важно, это необходимо. У нас Латинская Америка, группа отдельная. И в другой группе, в иностранной, у нас Германия. Много стран, я так сейчас растерялась прям. Я помню, список помню, не там составляла, я так прикинула, посчитала, что у нас чуть 15 или даже чуть больше. Я помню, Светлана Ивановна рассказывала, что была, по-моему, какая-то экзотическая страна, где был один дир, который очень хотел всех поддерживать Димаша. Да, да. И он очень забавный, в общем, джентльмен, доктор, кажется, он был. Точнее, есть. Да, да, доктор, но в группе у нас его нет. Он, видимо, общается напрямую со Светланой Ивановной, я так думаю. Mm-hmm. Потому что в группе у нас его нет, поэтому, к сожалению, мы с ним не знакомы. Ну, в общем, все могут обращаться. Все да. благодарят вас за то, что пришли. Я тоже благодарю вас. Очень хорошая была у нас презентация. Очень интересно было мне тоже. Я тут себе заметки сделал. Много полезных знаний новых обнаружил. Потому что Твиттер для нас тоже такой темный лес, на самом деле. Главное, вот. Доберитесь там до нас. Зарегистрируйтесь и не делай лишних движений, быстренько к нам. И мы все сразу поставим вас на лыжи и всему научим и поможем. Главное, там быстренько к нам сразу. Раз, ну, отлично. И все, и вы дома. У нас Миша, начальник Твиттера, будет тогда, и, наверное, он что-нибудь придумает. Здорово.
Друзья, ну что, сегодня, кстати, я вижу, тут много есть интересных вопросов для меня, для нас, но на них я отвечу отдельным стримом, потому что все-таки сегодня мы разговариваем про голосование, про Феникс фандом. Вот. Но я думаю, что нужно будет организовать отдельный стрим, вот, на котором ответим на все интересные вопросы, друзья, для вас. Так, ну, про языки я не ответила, да? Про языки-то я так и не ответила. Мы общаемся на русском, на английском и на испанском. Мы, пользуясь переводчиками, причем многочисленными переводчиками, мы в одном составляем текст, а потом в нескольких еще перепроверяем, чтобы не терять смысл, чтобы максимально корректно был перевод. То есть мы используем переводчики, пользуемся переводчиками. Конечно, у нас нет таких прям полиглотов, чтобы, к сожалению. Но ничего, мы ищем выход и общаемся, в принципе, сможем найти на любом языке общаться. На международном языке, в общем, можно найти общий язык. Поэтому я скажу для наших иностранных слушателей, что my friends, you can also participate in voting because Phoenix they talk in they can speak with you with in English, in Spanish, and probably in different other languages because they can use Google Translator. So you are welcome. All contacts you can find in the description to this live stream. Welcome. На немецком еще вот я вижу, что тут Эрна Кофи пишет. На немецком тоже можем, если понадобится. Ну что, друзья, Видите, здорово. Да, давайте прощаться. Отлично провели сегодня время. Вот еще раз скажу, что этот стрим останется в записи, и контакты всех кураторов есть в описании, в том числе контакты великолепной, восхитительной Олеси, которая провела прекрасный урок для всех нас. Спасибо вам большое. О, и Саша тоже как раз освободился. Ладно, друзья, всем пока. Всего доброго.